Это только в американских боевиках полицейские всегда догоняют преступников, метко стреляют и успевают перекусить пончиком. В настоящей повседневной службе только тренировки и отработка навыков вождения и стрельбы может дать гарантию результата. А тех, кто пытается убежать от стражей порядка, всегда хватает. Почти каждую неделю по несколько раз. То есть водители, когда в состоянии алкогольного опьянения, либо наркотического, то есть, как правило, в 90 случаев они убегают с места оставления, где их остановил наряд ДПС. Соревнования по автомобильному многоборью собрали 18 команд из всех подразделений области. Основной задачей стало задержание условного преступника. Для этого сотрудники полиции соревновались в скоростном маневрировании, беге и стрельбе из табельного оружия. Желание победить всегда у всех есть и стать лучшим. То есть, ну, вот так как все подразделения выбрали, наверное, сильнейших и послали на эти соревнования, то будем, наверное, бороться в честной борьбе и стараемся победить. Основная цель – это профессионально владение автотранспортом, иметь физическую подготовку и быстро и качественно стрелять. В итоге первое место у ярославского ОМОНа, на втором – отдельный батальон ДПС, бронза у ярославского СОБРа. Александр Лисицын, Георгий Колчин, Антон Смирнов. Место происшествия.